После того, как Голокост стал днем всемирного значения ЮНЕСКО, меня, значит, назначили Йелом Хосутом, это импровизатор Йелом Хосут. Тогда нас было двое. Дарья Томская, которой сейчас нет, и я остался один. Йелом Хосут в то время присвоили этот самый гран-президент или стипендиат, стипендию ЮНЕСКО в размере 1000 евро. Тогда было 30 000 рублей по-нашему. Вот об этом есть вот свидетельство президента, а также вот здесь в прошлом году приезжали сидевры всемирного сидевры, так, по всему сару. И приезжали, и здесь был фестиваль, тогда вот сертификат в Оломках, там исполнители фольклора всего народа, приезжали из Японии, Монголии, и Турции, и других стран, в общем, их много было. Тогда нас, мы принимали с ними вместе участие, это как раз было у нас большой праздник Якутска, Дети Азии, Игры Дети Азии. Это установил наш первый президент Николай Михайлович Пимович. В этот праздник приезжали, и мы там примерно недели с ним работали, так? Ну, исполнили там. Там и объезжали, и сот выезжали, Дружба народов, музей Дружбы народов, который основал нас Аксакал Сорунамулла. Это всемирно известный человек, который чуть на месяц не хватил до 100 лет жить. Мы по всему миру хотели этот праздник, столетие Сорунамуллона. Он всемирный человек, я как сказал, который вот бы преклоняется перед этим самым Евангелием. Да? Вот он на Якутск перевел на якутский язык это Евангелие. Новые слова, это Кескет у нас называется. Эта книга у меня тоже имеется. Вот здесь находится мои Оломко, это первое Оломко. Здесь вот Аиндирогастай Букатыр. Вот. Это уже выходит специально из книги. Это институт гуманитарного. Гуманитарный институт отдел Оломко здесь выпускает это. Много эстимуляров. А второй Оломко, это тоже длинный Оломко. Вот эти две книги. Вот это предстоит следующего года выпустить. Кроме того, для детей, для школьников я напишу короткие Оломки. Они тоже нынче выписываются из специальной книги, многотиражной книгой для изучения нашего Оломко, скажем, якутской традиции, детсадников. Для детсадников я специально, потому что я закреплен это учеными здесь. У нас детсад, единственный детсад по республике, который воспитывает над духом Оломко. Есть у нас такой детсад. И здесь приезжает и проводит семинар из других районов. И детсадники, я закреплен, их наверное, научу их, как усвоить якутский язык, дух Оломко и так далее, и верование якутского народа и так далее. Вот, об этом я написал две Оломко, они, как я сказал, выпускается нынче книга, и многотиражная книга. Ну, кроме того, здесь очень много благодарности. Вот есть... В прошлом году я специально пригласили меня здесь коллеж культуры, якутской культуры имеется. Там студенты там изучала, я их не изучала, а научил их этому целые 5 дней на Оломко, на обычаи якутского народа, на алгыс и так далее. А, немножко рассказывайте о своей жене. Она по специальности медик, акушеркой работал всю свою жизнь, тоже участник художественной самодеятельности и так далее.
человек с активной позицией. Мы жили 55 лет вместе. У меня 80 лет, у него 79 лет, на один год младше. Но нынче, наверное, осенью немножко отметим 55-летие нашей свадьбы. Золотую наши дети, конечно, отметили. Это 50 лет, золотая свадьба. Это 5 лет прошло уже, 55 лет. Так что у нас внуков... Детей четверо, а внуков 11, правнуков 8, да? А я большая семья. Вот, недавно, вы как знаете, мой юбилей 80-летие отметили. Поздравляем еще раз. Из республики приезжали, из районов, и мои дети, внуки, правнуки, и родственники, их очень много было. Сказали 200, примерно 200? Вот, приглашено 200 человек. Хорошо, отлично. Вот так что, живу, старею. Не очень. Спасибо большое. Yeah.